Что это? Господи, боже мой, кто? Что это? А, что это? Фух, уже голова с ума схожу. Надо... За это у меня какие-то лица мерещатся. Визор-то я не включил. Во. Как он переключается? Сколько у нас там время? 10 часов? Да блин, кто там опять мне названивает в такое время? Так, батя сказал не брать мышь. Опять, что это за лица? Так, а какая там у него вообще машина хотя бы? У него и фургон есть, и говновоз. Какая-то дряхлая машина, ну и какой-то трактор. В гараже стоит его машина, которую он больше всего ездит. Это Жигули. Вот это Жигули. Батя сказал не трогать. Ладно. Думаю, если я вот до магазина съездю, то я думаю, ничего страшного не будет. И можно, в принципе, и так доехать. Так, что у нас тут хоть? Нету. Так, в принципе, можно и заводить машину. Нормас так. Велась, хотя. Вот это хлам этот. Ладно, можно, думаю, заводить. И поехать куда-нибудь. Ё-моё, крыло отпало! Не совершайте мои. Не совершайте мои. Я вам это от себя говорю. Так, куда же нужно заворачивать? Направо или налево? Только снега, что земля не видит неба и звездам не видать с вершин. Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Мне это случилось. Долбала! Сраная ты машина, ты тупая. Тут как мне теперь тебя переворачивать? Вот как? А-а-а! Да ты заглохни ты, а! Это ты мне машину хотел сейчас воровать! Это ты хотел сделать! Машина, переворачивайся быстрей. Да закройся ты, сраный ты багажник! Её же как-то возможно перевернуть! Ура! Я тебя перевернул! Ура! Ура! Багажник!
ложим туда. Так. Ладно, мне сейчас не хватало, чтобы опять машину. Ну, тебе ехать теперь можно нормально. Ура! Давай, еще не застревай. Застрял. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Стоять! Откуда-то взялись там эти дебилы и... Да замечательно, мне ее сейчас выталкивать придется опять. Едет у меня. Сейчас я даже посмотрю, ничего она не едет. Что этот угол застрял? Что тут застрял? Вот. Дорогу. Ура! Фух! Слава богу! Слава богу, мне получилось это сделать. Что ее так тянет? Что от тебя туда так тянет? Вот что у тебя тут такое? Диски убрать надо. Вот, что тебя туда еще тянуть-то может? Да просто выруливать в ту сторону. Нет.
блядь. Нет, все, жопу. Жопу идите. Да. А что вы хотели? Не машину. Блин. Да, извиняюсь. Блин. Я нажимал на А, если что. Я нажимал. А что это перевернулось? Вот как мне ехал обратно? Я ж почти доехал. Да, давайте я ее еще. Что вот. Куда ты покатилась? Как огней, это хоть что-то. Говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгую, упрямую. Чуть-чуть я распрощаюсь с землей. А ей клянется, что вернется. Забру, так с места не сойду. Врет. Сойдет. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихо. Здорово, ты, ма. Заколебал, Тейма, я же тебе похоронил, когда въехал, ты мне штраф выписал. Да я тебе за фокусами переехал. Вот так тебе, вот, я покупаю весь твой магазин. Так, делаю. И... Вот тебе магазин. Вот тебе. Все. Попил, теперь на этой развалюхе ехать опять куда-нибудь. Да ё-моё. Ладно, тут круги наели. А теперь... Куда? Куда ты едешь? Нет!